Всем привет! Продолжаю небольшой обзор паяльной станции Крафт. Попробуем сегодня паять. Нашел кусочки пластика, точнее нашел выброшенный бампер автомобиля, который и попробуем на нем учиться. Скажем так, задача не стоит отремонтировать, тем более кого-то научить это делать, просто самому понять природу работы его. Какая температура нужна, какая скорость подачи воздуха. Паять, скорее всего, буду другим пластиком для себя. Для своей работы мне нужен пластик АБС. Но так как его сейчас нету, просто руку набивать, чтобы не портить потом готовые детали, буду вот этими кусочками. Нарезал с этого же бампера полосочек. Слегка, чтобы не тратить время на ютубе ваше время. Зачистил все, просто ножом зашкрябал, сделал небольшую фасочку углубления с лицевой стороны. С этой стороны просто пройду сейчас гравером. Возьмем, подготовим слегка гравер Start. Про него тоже есть видеообзор, можете посмотреть, если вам это интересно. Работать им очень удобно, но хотя для этого, для бамперов надо, скорее всего, другое оборудование, но у меня будут свои задачи. Работает лучше в очках. В очках, чтобы вот, очечки. Так, сейчас секундочку выключим. Или в масочке. Работает лучше в таких вот очках, либо масочке. Для того, чтобы не летело ничего в глаза. При обзоре гравюра рассказывал, вот эти насадочки могут разлетаться, если неправильно нажать высокие все-таки обороты, чтобы ничего в лицо не полетело. Защищаемся. Включаем. И немножко видно, да? В принципе, можно, наверное, все-таки и просто подшкурить. И гравер в руках, то сразу. Все, выключаем. Убираем его в сторону. Здесь усилять не надо, здесь нету ни гнутого, ничего, это ровная поверхность. Рекомендую слегка наживить. Ну, мы так и сделаем. Наживим паяльничком, чтобы оно у нас не расползалось. Хотя, опять же, повторю, что здесь ровная поверхность, без всяких вот этих изгибов. Навряд ли она у меня сейчас будет сюда-сюда. Так, сюда. Навряд ли она будет у меня лопаться. Ну, надо, значит, надо. Сделаем. За ненадобностью отключим, уберем в сторону. Есть. Паяльная станция Крафт, как я говорил, ее и продолжаем. Температура у нас стоит 380 градусов. Попробуем на ней. Ну, думаю, обезжиривать не обязательно, совсем не обязательно, поскольку мы все-таки не клеим, а паяем. Все снимаем. Фен начинает у нас разогреваться. Оно и так хорошо держится. Не сильно разломано. Ну, попробуем паять. Так, поток воздуха у нас идет где-то на 6,5 из 8. С какой скоростью это будет? Немножко не в курсе. Ну, сейчас попробуем на кусочки, которые. Если начнем плавать, начнем пробовать. Так, плавится начало. Попробуем. Видно? Попробуем где-то отступить.
пикаете сюда. Бум почти впритык. Пустил впритык. Так, он у нас пытается, да, идти? Пытается. Ага, уже начал оттаивать. Так. Главное, пока оно ползет, не сорвать его вниз с места. Немножко придавливаем, чтобы оно растекалось. Никого не учим, сами просто тренируемся. Больше сами учимся. Ну, заодно, может, кому-то будет полезно. Но вряд ли с первого раза все станут великими специалистами. У всех будут какие-то траблы. И лучше учиться на чужих ошибках, чем портить что-то свое. Доходим до края. Немножко даже заскочим за него. Все, наверное, на этом пока остановимся. И уже лишнее обрежу. Лишнее. Отпустим обычными ножницами, которыми мы это все резали. Все. Есть. И пройдемся с этой стороны. Так, что-то мы сейчас подложим. Подложим уголочек, что у нас не сильно прогиналось. Вот так вот. О, чтобы был небольшой упорчик. И продолжим спаечку. Продолжим учиться. Здесь мы сделали небольшую... Ага, оно аж сюда вот протекло. Вижу, протекло сюда в щель. Ну, попробуем дальше. Так, давайте вот так, чтобы было видно. Немножко так я под уголочек выставляем под самый... Видно, да? И пошло затекать. Пошло затекать. Потихонечку придавливаем. Придавливаем шов. Вообще прогревать надо сразу и деталь, которую паяем. Сейчас оторвется. И прутик. Прогревать, и там должно равномерно все быть. Оно друг в друга впаивалось. Потому что шва не получится крепкого. Никуда не спешим. Это и так быстрее, чем клеить. Либо всякие там втапливать. Сеточки. Есть. Обрезаем кусочек лишний. Вот так обрезали. Ну, как для первых разов пробовал я только что паять разные пластики. Ну, неоднородные в смысле. АБС и ПП. Может быть, температура была слабая, может быть, пластики несовместимы. Получалось, конечно, криво. И практически не держалось. Пробовал на излом. При хорошем усилии ломалось. Так как показывали, скажем так, специалисты на ютубе, которые прямо и прыгали, молотками тарабанили.
ничего у них не ломалось. Такого эффекта я, конечно, не достиг. Но не все сразу. Будем тренироваться. Ну, возьмем еще таким образом, сделаем два нахлестика для усиления. Но это просто демонстрация возможностей, наверное, все-таки паяльной станции. Конечно, как-то интересно. Она раскрывается. Она не спешит. И направлять, чтобы она спаялась все вместе. Короче, когда она уже подпаялась, и когда она пошла, она идет как маселка. Очень мягко-мягко. Если она идет в натяг, скорее всего, плохо прогрели. Ладно, этот кусочек я обрезать не буду все-таки. Попробуем, как он спаялся. Мы отсюда еще прогреем брызнем и потом попробуем плоскогубчиками это все все-таки отодрать. Ну, пока остановимся на этом, пускай остынет. Я пока выключу до полного остывания, а потом продолжу. Так, спаечка у нас остыла. Попробуем оторвать. Так она у нас. С трудом здесь, кстати, вот кусочек, там где я начинал, откуда пошло оно, все-таки вырвал. Взял плоскогубчиками и вырвал. Ну, шва не видно. Попробуем сейчас на изгибы. Так, она оторвалась, наверное, с кусочком прямо. Дуру можно все вырвать. Ладно, попробуем. Это хрустит краска. Сама деталь крепенькая. Не очень, конечно. Так, ну, все-таки вот эту спаечку умудрился оборвать. Так она, конечно, держит, но, возможно, неровно шов пошел. И когда на излом, лопнула. Попробуем. Все время не тратить, все выключил. Зачистил рядышком. И попробуем. Поднял температуру до 400 градусов. Изначально, если для себя же понял, если прутик начинает скользить, а не прихватывается, то, скорее всего, сама основа не прогретая, куда он должен припаяться. Так, очки мешают. Работаем не с турбинкой, с паяльником, поэтому сниму. И так, вроде прихватил краешек, но сволочь отошел. Ну ладно. Лучше протечу в щель. Идем пока. Не торопимся. В сторону ушло это. Не есть хорошо. Ну, легенько-легенько он выходит на свою. Так, сильно не торопимся. Прогреваем основу. Шовчик разошелся. Ну, попробуем так. Нам сейчас главное понять принцип.
Мы его даже сейчас обламывать не будем, мы его просто развернем и пойдем в обратную сторону. Если видно, надеюсь, видно, да? Да. И мы его просто продолжим. Искосочек. Так. И пошло, пошло, пошло. Разогревается. Прижимаем. И у нас идет дальше по шуму. Так, наверное, сильно. Вот так оно ложится аккуратненько. Что-то остановилось. С температурой где-то я. Так, ага, больше направляем на проточек, веселее идем. Но вместе с проточком хотелось бы, чтобы оно все-таки паяло, то есть не перехватывалось, оно просто расползлось. Особо сложного ничего нету, но сам принцип надо немножко понять. Все, пока остановимся, посмотрим дальше. Сейчас остынет, я потом включу. Так, пока остывает вот этот шовчик, этот уже абсолютно холодный, он был разорван раньше, но сейчас интересная особенность, когда он полностью остыл и постоял, я его что-то даже плоскогубцами не могу выдрать. Держит так, что хрена себе. Скорее всего, разломал. И вырвал я его просто по той причине, что он еще был теплый. Он еще не взялся. Сейчас, конечно, под колодцами все что угодно можно вырвать. Но не идет, сволочь. Все-таки спаянный хорошо. Это, по-моему, 380 градусов было. Это на 400. Пытаюсь вырвать. Ладно, тут полностью остынет. Потом попробую тоже на излом, но все-таки, скорее всего, его на горячую разорвал. Как говорится, поторопился. Поспешишь. Где не спешишь? Штани не ломает его ничего. Держит хорошо. Ну, ладно, сейчас здесь высохнет. Ой, остынет. Пускай минут 5-10 постоит, и потом мы его разорвем. Продолжим чуть позже. Итак, шовчик полностью холодный, уже постоял немножко. И мы его пытаемся оторвать. Пытаемся оторвать плоскогубчиками. Пальцы мне неудобно захватывать. Ладно. Держится. Пытаемся сломать таким макаром. Нет. Угол, если взять, конечно, то можно под острым углом выломать все. Здесь, если... Ну, краска он сыпет из бампера. Сама. Если так, ну, здесь я перемычку поставил. Я очень сомневаюсь, что я пластик разорву. Не, держится хорошо. 400 градусов. И все-таки, если задаться целью, то сломать все можно. Скажем так. Но это, я сомневаюсь, что в этом будет такая поставлена задача сломать. Хотя, жизнь всякая бывает. Ее-то хватает тоже. Ладушки, на этом пока заканчиваем. Всем спасибо. Продолжим тренироваться. Рано или поздно научимся. Так, немножко поэкспериментировал с толщиной самого прутика.
потому что пруд здесь вроде как держится, рвется. Там шел рядом, буквально здесь чуть-чуть его, если видно, поставил пошире, где-то здесь чуть больше сантиметра, сантиметра полтора, наверное. Ну, отрывать вообще было нереально. Сделал еще один разрез, сделал сантиметровый прутик, ну так называемый прутик, сантиметр с двух сторон, накинул, и результат, конечно, совсем другой. Ну уже реально, реально не выломать. Все-таки, хотя да, температуру скинул все-таки до 380 градусов, немножко вот волнами, это руку надо набивать, чтобы она равномерненько ложилась. Немножко волны видно. Ну, потом еще немножко подумал, совсем чуть-чуть. Детали, с которыми я буду работать, не более 2 миллиметров, тут где-то 2 миллиметра пластик. Ну, я совсем сомневаюсь, что это надо быть, но шипово вот так вот на разрыв вот так делать. 2 миллиметровый, потому что можно выломать его в любом месте без проблем. В моем случае для таких деталей, для такого пластика, это с головой, этого всего с головой, только надо будет взять родной прут, АБС, и на пластике, на таком, на любом, ну, на бампере, скажем, на вот этом, просто научиться ровно ложить шов. Ровно и красиво шов ложить. И потом взять фрезу для выравнивания, чтобы это было все, скажем так, товарный красивый вид. Деталь эта часто на виду, поэтому все сделаем, будет красивенько. Все, всем спасибо, до свидания.